вставьте, у него все время просто АФК режим ставит. Ну и чё вы? Там он еще трэш бегает. 20 секунд даю. Фул монах. Блять, охуенный танк, мне нравится. Сразу схватил, да? Один инрик в КД только в монород. А вот это сало диспелец? Нет, это не диспелец. Это не магия. Как она его заберет, если у нее танк мейн? Редвар, а когда ты успел поменять мейн софу? Давно еще, неделя, наверное, 2-3 тому назад. В смысле, что, обратно, что ли? Ну, и вопрос, почему мне не досталась воронка? Наука. Кому досталось? Досталось. Что мосты пытались забрать? Моса? У меня нету, Миш. Моса, давай воронку. Да, это самое. Давайте лучше босса бить, наверное. Он ее скинет сам в ГБ. Потанчу босса, короче. Маны нет. Тыкните на сумму. Пока что сумонится человек уже 10 тысяч, 100 тысяч маны можно отрегенить. Лава, чё где вы, как танчите? 50к маны долго регенится, две хавки съедать приходится. Короче, вот тут смотри, где ромбик, вот тут босс будет стоять. Вот тут вот босс будет стоять. А вы с ДКшником вот тут ловите пачки. Первую пачку словил, там 10 мобов, набрал на них игрок, подбежал под жопу босса, их там зальют, и второй в это время, пока следующих ловят. Твоих добили и идешь заново. Эдвард, кто тебе менял обратно его? И кто тебе списывал ЕП? По-моему, Вага списывал ЕП. Вага мне ему тогда менял спек, если не ошибаюсь. Ребята, а что за приколы по два раза за два месяца менять спеки туда-сюда? Это уже, вот, знаете, неинтересно становится. Приора нету, лутай, сука, ХМ, и все, шмот, в чем проблема. Ты хочешь там и там преуспеть, ну ты тут уж извини. А потом сейчас начнем ханта ему одевать, блядь, давайте два спека тут оденем на халяву, это вообще как-то... Редвар, кто тебе ЕП списывал? Вагабонд, еще раз говорю. Напиши ему в личку. Пан, ты тут? Пан тут, этот пиво. И Хекси. Чего не хватает? Кулак вон дайте. Все, становитесь за клон. За кулон стали, давай. Проглотит вас пучина вот. Thank you.
Это мое еще, это первый пак. Не лови. Потом ты три пака собираешь, потом... Ну, два. Это все первый пак. То есть два ты, два я, да, и подвод. Да, да, да. Ну тут их совы раздамажил. Чуть-чуть агро набил и повел под босс. Первого. Набиваю агро. Да дайте ему агро набить. Еще набей. Один нормально носит. Нормально танчится, может. Сейчас с него сразу. Там пойму, я упал. Ох, вовремя. Откуда эти очевидно появились? Там в обновление зашли? Походу.
Кирс, ты о чем? Да, похуй. Пиво, у тебя ножик? Ножик у меня. Я отдал. Ножик у меня, я положу в ГБ. Окей. Бля, что-то упало, маленько подрезали огромно. Кирс, он же идет и на Гидрос? Он и на Гидрос, и на Вайше. А с Вайше что? А, чест, тканевый, меткость, хат, который не понял. А, понял. А куда мы пришли? Мы туда пришли вообще, блядь? А, да. Поехали там. One moment. Прошел там момент. Че ты на боссе будешь? А вот. Ага. Кстати, кот, это, у нас в крепости больше не было, да, чего? Ну что-нибудь бафую, нет? Ну... Розария, что ты бафаешь? Я каски давал. Блять, ну, значит, бафаю каску, бафаю это... кулаки, кресты. Розарий сейчас отъехать надо будет. И по понятиям. А, ну значит бафует каску, бафует каску. Хорош. Да я потанчу этого моба. Сзади бомб. Мгновенная здесь. Нормальный моб, тебе. От друг и пойдешь. Чё, моба заэвэйдит хант какой-нибудь? Чё, лой, слева, справа ты? Альт 4, иди заэвэйд. Амир, у тебя байер тактику-то знаешь, что на другую сторону он нам не сорвал его, если что? Ну, ему сейчас скажу, чтобы он не бил просто. Пускай просто стоит лучше. Альт F4, ты про напул тут помнишь? Как только цвет сменил, на меня напул даешь.
На Defender. Ага. Ай, Defender. Можешь рыбку побрать? Ставили, нет? Сейчас я подойду. Давай, мы тебя уже ждем возле босса, смоним. Че, готовы там? Дадите отчет сам. Наверное, нет в сети. Нужен воет на боссе. Бафните кулак хантам, пожалуйста. Некому вас бафать, сами крикните. Вон Жоржета зашла уже. Нормально. Жужен, ты готов? Хватит там пузо набивать свое. Жушу, пиши Зеленску. Поехали. 4, 3, 2, 1. Сервер повесил. Сервер повесил. Да. Не клон вязывает. Жужен вошел, сервак положил. Жужин, ну ты... Нет. А ты не логинил. Дитос атаку запустил. Это сядь, походу, залогинился. Скрипты подробно. А. Точка ребут. Ух ты, холибал подняли. Прикольно. Ага, друидов поднял. Все заклинания вот здесь нам впереди в сторону зимнего огня. Магов апнуть. БМов апнуть. Прикольно. 25 секунд. Это прикольно. Чудо исцеления. Восстанавливает здоровье в место 25% от исцеляющей эффекта. Неплохо. Спасибо, Мозур. Как ты сказал, дозирон, блин. Угу. Делай что?
Все сервера легли? Неплохо. Надо посмотреть, может, обнову завели. Слышали новости про коронавирус? Что теперь новый вирус? Типа те, кто переболел коронавирусом, начинают какими-то пятнами покрываться, там что-то херня начинает. В новостях передали. В Америке такая херня и в Италии. Нас пока не забило никого. Хоть Америка хоть в чем-то превзошла весь мир. Заходит. Они же там все говорят, что мы всегда первые, мы всегда. Ну, по количеству зараженных. Пусть хоть этому радуются. Че, репати? Репати будем делать. И опять бежать сюда? Ну. Зашло. Япончик. Япончик? Да, я уже в игре, сейчас буду одно включить. Ты сам понял. С этим мне. Пиздец, блять, опять в нарцу. Кто там еще не заценил видос? Пародия на пиратов. Пародия на честно, вот честно, вот я от души поржал над Браской. Это было гениально, то что я его туда вставил. Вар, будь другом, кикни, у меня мышка, не могу нажать покинуть группу. Я сейчас распущу, подожди. Давай. Что происходит? Я ничего не могу. Рисуйте ебачку. Плюс или плюс один, что? Плюс один. Надо в инсте находиться или не обязательно? Надо в игре находиться. Не-не, я имею в виду, если я буду в инсте, ничего страшного. Плюсуй! Плюсуй! Плюс один. Имба? Вот. Что? Имба? Что имба? Выкидывай. Давайте быстрее плюсуйте. Не знаю. Таймер пропал, нет? Да, пропал. Пропал. Или ты слово такое? Вы выучили новое заклинание «Идеальный блок». Почему заклинание, а не способность, сука? Ну ты теперь заклинатель, значит. Заклинатель про товаров, блядь. Есть же вот эти провидец пустоты, там, ну, трэш, ну, вот этот. Вот теперь ты трэш, заклинатель про товаров. Макрос, напиши, я заклинаю свой щит и вот эту хуйню, когда нажимаю. Что? Марада, о, блин. Нихуя! Мне брюлик дали. Ебать. За шо? Мне вот Карухар сейчас только что дал брюлик. Бля. Чего? У меня заполнено. Трындякает. Это те, кто тут заходит, видимо. Сама. Миша. Либо мне чисто дайте, либо закиньте умки,
Всех убьем. Смысл уже оставлять там. Заходит? Нет, не заходит. Да, заходит. Быстрее заходите. Нет, нет, я имею в виду вынес. Все в рейд внутрь. Пиздец, полено суицидит. Это. Знаешь что? Этот петух Гидрос, он бьет только магией, да, получается? Лед и природа. Пиво тут? Да. Ты это ауру какую держишь? Третью кастер. Давай третий. Кто еще у нас был один хил? Ну типа если один по один в рейде, то кастерская вроде как тупо. Лорд был хил. А, точно. Хотя тут касты вроде ничего не сбивает. Никто не позволил брелу, потому не заглядывал. А он там улыбается. Шоп. Твои заклинания, щиты, да, лучше оставались. Ой. У меня проблема с Редваром. Я хилить не буду рейдить. Можете меня кикать с гильдии, я больше с ним ходить не буду. А что случилось? Что такое опять? Какая? Ну, он как бы пытается меня еще потроллить за то, что я возмутился, что он пытается, блядь, наебать всю гильдию и одевать всех своих перцев, все свои спеки на халяву. Ну, блядь, я не тот человек. Ну, в гильдии есть возможность смены мейн и офф-спека со срезом еб... Ребят, вы их будете менять хуй знает сколько, а мне тут нахуй ничего не нужно, я должен вас ходить тут обхиливать, блядь, 7 дней в неделю, мне это не надо. Можешь не ходить. Это самое. Какая халява, я закажу смерть и получал ГП. Пишите, пишите, когда будет ОКХМ там и все такое прочее, я буду приходить. Остальное мне нахуй. Бля, Редвар, нахуй ты так, что такое злой? Я вот как послушаю, каждый такой из себя пиздатый, да нахуй я кого-то буду вагонить. Да мне тут нихуя не надо, я вообще хожу, блядь, самый лучший из... Бля, ребята, ну много тут кому вредить ничего не надо, но мы же ходим. Давайте, блядь, просто добьем рейд. Да базара нет, мы его добьем сейчас. Я не собираюсь сливать. Редвар это пиздец, конечно, блядь. График пишите, когда будет что, я буду приходить. А вот в эту хуету за там вот этим шмотом для твинков и для продаж я ходить не буду, могу пить свои сопроты и все остальное. То, блядь, какая-то хуета творится в гильдии просто-напросто. Ну да, у пианиста такой хуйни-то не было. Поставил рыбку. Пришел ты прыгать, чтобы не подохнуть. Вы, кстати, зря об этом думаете. Я еще при пианисте спек менял на танк.
Вот это и уже и заебало, то, что вы меняете туда-сюда. Ты определиться не можешь, кем ты будешь играть, или что? Но я не понимаю. Ты сам смотри, логически подумай, танк нужен для ХМ-ки, ты этого не понимаешь? Да ты не танк, ты дно просто-напросто, тебя хилить невозможно, понимаешь? Ты сейчас сидишь там же и оскорбляешь меня. Да успокойтесь. Ну если ты не танк, если твой танк хилит лучше тебя, танчит лучше тебя в три раза. Это Элбрил и Эр-2. Давайте после рейда поговорим. Все, ой, давай. Погнали. 15 минут осталось. Гоу, поехали. Че, чек давали? Чек не пиво. Видишь? Готов? Да, да. 1 Чё? Сдох как дно. Так вставай, на тебе СС, ёбаный глаз. Да всё здесь уже. Кто-то БР уже дал. Да, выйдите, берите тотем. А как я так сложил его? Да я не ебу. Посмотри в рекаунте. Где-то там надо прокрутить, сейчас посмотрю. Тотема уберите, Сантей. Долог, вернись, пожалуйста, назад, тут лесни, пожалуйста. Еще, наверх, да, спасибо. Нихуя. Не, это за все атаки типа 300 тысяч. Все, давай я потанчу. Пускай пиво на бойся, ты давай. Будешь натрешь. Тут один моб убейте. Видите, сразу заведите эту хуйню только. Это посмотрите, там была аура от льда, когда он синий, там от льда надо. Или тотем. Тотем шаман кто-то ставил от льда. Нет, брат, не пьешь на этом бой? Нет, не выпил. Да так. Обычно это паладин просто делали, но никто не сказал, что там от льда надо ставить. Ну 130 резиста, я думаю, не лишний будет от льда. Можно сокрутить? Просто они не стакаются с паладиновской аурой, понимаешь? Бывает. У него другая аура стоит. Все, хорошо, я тогда поставлю. Сопрот на природу, на маштаб и фрост шмот с этой синдре. Нет, там он меняется же. Ну я и говорю. Слава, сопрот, дай один. На зап и природу. Я тотем от сил природы поставлю и льда тоже поставлю. Каски бафни по всем. Маните, пожалуйста. Кто танчит? Степана. Шкаф. Шкаф танчит? Кто танчит? Локи шкаф. Стоит шкаф, иди нажми на него, пожалуйста.
Все за бафы. Войт, ты на войт. Это паладин. Ой, я справа. Давай. Прямой. Пора, добро. Я вижу. А пулить можно? А чё, нам Миш? Да, переводи босс. Так, я не знаю, переведёшь? Я заберу. Переводи. Давай. Прошимочку отдай. Я как не дал? Долго. Парада, аккуратно. Переведешь так же, заберу. Веди, секунду. Добьют, я прожил. Если бы подвел трэш, ДПС был бы больше, и босс умер бы быстро. Чего ДПС бы было больше? А того я. Бля, вот это, Хант, а чего, ты блядь? Пулю, пожалуйста, у меня, и не прикажешь. Кинс, что там надо было Байеру? Вот эти вот? Просто ты был, у тебя сотка агро была, но мне что было? Этого не было вообще, алоэ. Ты на пул дал, и босс на него перешел. Не, он в тебя напуливал все на пулы.
Я чисто трэшил, ешу. Я трэшил, ешу, я босса даже в таргете. Это обоссанная ДК. Сука, у меня калит вот эта хуйня. Ну реально, нахуй. Вот кто разрабатывал эту хуйню, чтобы взрывом трупа набивать агро, это просто ёбаный дурак, блядь. Я с паладина сорвать скалаты, с пианиста не мог, что ты говоришь. Это когда ты не мог. Не срывали. Я сейчас не знаю почему. Я говорю, потому что вот сейчас Алоэ был на 9-м месте вообще. У него там 30 было, у Ханта было 109. Хант дал на пул, и у меня почему-то босс оказался на Алоэ. Не, я не знаю, там я посмотрел, на пулы все на тебя давались. Но я Дон начал пишет. Бахать взрыв трупа, ауе, еще лужу дал, ауе агро. Просто ДКшники ебаные, сука, их резать надо, чтобы они вообще... Вот, кстати, я хотел поинтересоваться, Алоэ, там вот у тебя на 33% быстрее руны откатываются под щитом, правильно? У тебя этот щит вообще в бою пропадает, когда ты босса танешь? Я 10 трэша 15 могу держать, он не пропадет. То есть костяной щит у тебя всегда висит, вообще не пропадает, да? На боссах 15 так висит всегда. На мобах я его... Он от взрыва трупа добавляется заряд. Ага, и чё, и руны, ну, прям ощутимо быстрее копятся? Конечно. Я всегда говорил, их, сука, нерфить надо. Ёбаных ДКшников. Кто один милик хочет послакать? На деле я хуй знает, я после реворка еще ни разу на паладину не заходил, может я что-то не так. Там поменяли что-то, парашу какую-то понаделали, блядь. Кирс, что у тебя с мышкой? Нахер тут правый клик. Справишь. Один хил, пойдемте со мной, соберу мобу. Давай. Блять, тебе бежать ворота открыть. Жужин, сбегаешь открыть инвалиду ворот? Зачем? Да сумманем его, вы что, прикалываетесь? Он же вас ставит. Открыть только... сам себе игрок. Это во мне Никсия 25. Бля, ну убери тогда. Чё там? Я не могу сорвать с него было. Не сорвешь. Как ты сорвешь? Там, блядь, вот косарь, блядь. Косарь. Трупы эти ебучие, сука. Ой, завидовать нехорошо. Да я ненавижу ДКшников ебучих. ДК очень полезный и класс. Ёлый класс. Нажал. Ты пойми разницу. Ненависть и зависть — это разные вещи. Так он вот именно, что он завидует, видишь, он что-то угрозы вырабатывает. Он никому не завидует. Он ненавидит. Про товар охуенный танк. Да, то-то он во время первого пула Гидроса что-то быстро убил. Да ебать, хули без сопрота, видать, и без ауры. Хилы не хилили, что тут непонятного? Да по-любому. Почему я должен очевидные вещи рассказывать?
Я на страже? Да. Шторм крест, мгновенные трусы, Элбрил ромб, мосса, печенька, долог, звезда. Когда был добавить, ты как говно? Кирс, ты тут? Миликов. На высоких, как обычно. А Миликов ты распределял, нет? С нами распределяют. Ну давайте я в кресте, Редвар, в треугольнике, в ромбике Карухар, в кружке Хекси и... Пятый вар есть, нет? Пан. А, и пан в звездочке. Охуенно. Остальные там как хотят. Чё, ты танк, что ли? Почему? Я в ДД. А. Чё, я на страже, да? Монород. Бафните, монород. Я на страже. Да, или да, 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 на страже. Каску по друидам. Слышал, на стражах. Пиво. Слышал, а, да. Слышал, да? Жужжим. Алло, а вы босса не даунтите, когда он пару шагов назад бил? Все понял. Пончик поменяю лут. Напоминаю, что магму кидаете в локов. Смотри, алоэ, как мы делаем, вот стоит, да? Вот сейчас стоит. Оп, назад идет. Как уйдет, ты там. Да зачем? Чтобы она на месте всегда была. Это в гелле, где ДПС не хватает делать. Не знаю. Это делают, чтобы милики, если в корнях стояли и продолжали бить. Совершенно верно. Рощи, рощи. Это ты танк, да? Да, так получше. Фэрн бафует рейд только Кидрик от Беста подает. Мосса, монород, подними резист. Где он вообще был? Слева тебя лежит там. Зеленый печенька. Козуму кидайте. Чё, гвардей тут не сливай? Все РДД. Нет, их танчат до конца. Все РДД гвардейцев бейте. Чё, забыли?
до этого было. Как-то зеленого кинули. Траусы, видите. Следующий зеленый где? Крест. Зеленый крест. Зеленый печеньк. Казуму кидай. Бля, смотри, беги наверх, не спускайся вниз, тебя там не прохилят. Печенька! Гвардейца забирай, надо будет гвардейца забирать. А нет, странник. Последняя стойка у вас? Да. По страннику сыграть. Мосса, у тебя там? Говорит. Мосса. Казун. Жужин. Господи, что происходит? Жужин, кинь фарады. Все, фарады. В центре танчики или по кругу? По кругу. Вставать. На месте. Экдем. Били зона. Вы в луже стоите. Там корни были. Двойная лужа была. Эх. Луж поставьте. Мгновенная реса и войда. Моста кроха. Там он народ был. Сойти нет. Мгновенно это лесаешь. У него ТД. Ладно, монород рез не войда. Жужин рез и войда. Рада, агро. Лут поставь. Дайте приставаю каску, пожалуйста.
женой на сторож. Сарю по женой дайте. Пуха упала? Да. Филотская. Клык лайш, не этот, на руку. Да. Ну это что же пух? Ну да. Эх, из-за... Перлух. Что нужно? Листы 5. Чё? Ну типа кто-то возрадовался, шапка на кого-то нормальная выпала. Ну мне напало ластовое, если отдашь, я буду очень доволен. Не, тебе не отдадут. Кто выиграл? Аскандер. Локовская куда ушла? Локовская Байеру ушла.